Приветствую вас на Wall Street Online каждую пятницу в 20:00, а сегодня пятница 13. Мы рассматриваем основные фьючерсные рынки, проецируем возможные торговые сценарии на следующую неделю и вмещаем объемные уровни поддержки и сопротивления, формируем сетку торговую, которую можно будет применять на следующей неделе. Итак, начнем по традиции с события, которые нас ждут на следующей неделе, и в целом общая ситуация с выборами в США. Я немножко начал изучать, кто такой Байден, чтобы примерно понимать, как отреагирует фондовый рынок на его должность. И в целом, как видите, пока фондовый рынок не так уж и сильно реагирует. Но я вам покажу немножко с Finviza информацию о том, какие сейчас идут транзакции по отчет, ну, там, где отчитываются крупные сделки, ЦОшные, там владельцы, большие компании, то есть по своим крупным сделкам. И там достаточно много шортов. Хотя фондовый рынок как раз вот в преддверии Рождества и разных распродаж по всем молам и черной пятницы, соответственно, инъекция пока еще даже в 2009-2008 году пока не давала сбой, поэтому дополнительно, ну, драйвер пока еще есть касаемо вот фондового рынка США. Как оказалось, Байден не так уж очень хотели КНР этого президента, потому что Трамп очень сильно, ну, немножко заигрался, особенно с санкциями, с вот этими валютными товарными войнами, разными стенами с мексиканцами. Ну, в общем, он хороший бизнесмен, но в целом для народа люди не особо довольны его действиями, то есть он больше бизнесу помог на своем сроке. Байден достаточно, ну, дипломированный человек, он из, он, кстати, когда был Обама на престоле, он непосредственно все переговоры, все дипломатические визиты с лично с Путиным встречался, то есть все вот взаимодействия происходили через именно Байдена, поэтому Байден знаком нам уже и, в принципе, в таких прям супер жестких кардинальных действий с его стороны вроде бы не было замечено, поэтому в целом не так уж и плохо, что его взяли, ну, как бы избрали американцы. Вот. Сейчас идет процесс передачи, грубо говоря, полномочий. Белый дом сдает престол Трамп, ну и сдал, принял, как говорится. И 100 дней, как бы, вот эти 100 дней показательные, Байден должен отлично, ну, показать себя с хорошей стороны, и уже начинаются разные звонки, подписания. Байден, в принципе, там, у него цель, как бы, мир, союз, и чтобы США были открытым. Поэтому там, кстати, очень большие поблажки будут для иммигрантов, то есть Байден откроет двери для иммиграции, будет проще попасть в Америку, и, соответственно, если вы хотели эмигрировать или там посетить США, ну, пандемия, конечно, еще, соответственно, вот с Байденом, судя по всему, это у вас получится. Вот. Также, скорее всего, будут отношения с Китаем немножко налаживаться, и по французскому вот этому договору о климате также он, ну, очень много законов, которые Трамп принял, будет отменять. И самый старый президент США, судя по всему. Ну, в общем, посмотрим, поживем, увидим. Вроде бы ничего такого супер опасного нет, но, как говорится, поживем, увидим. Так, идем дальше. Это касаемо вот того президента США, который нас... То есть для России, в принципе, он ничего такого прям опасного пока еще не, ну, не намечается. Вот, как бы так сказать. Двигаемся дальше. По экономическому календарю. Значит, на этой неделе было больше всего внимания как раз вот выборам и действиям непосредственно Байдена. То есть куда он, с кем общается, какие законы принимаются, подписываются и, соответственно,
Вот, ну, даже просто речи уже трейдеры и участники рынка на это реагируют, на это прям видно по графику. Очень так, любые какие-то высказывания. Ну, по Трампу видно, что он уже все, он уже сдался. То есть он уже начинает такие фразы говорить, что прям уже видно, что он их изрекает лично, не его пресс-секретарь какой-то образованный, а он уже вот от себя говорит. Там уже прям видно, как он излагается. Итак, на следующей неделе нас ждет отчет. То есть у нас получается ВВП за третий квартал Японии, объем промышленного производства Китая. В принципе, потихонечку там как-то они еще выкарабкиваются. Будет также по в среду, 18 ноября, у нас индекс потребительских цен по Британии и по еврозоне. Также будет число выданных разрешений на строительство. Пока этот отчет можно пропустить, он, в принципе, не к месту. И запас сырой нефти, это будет 18 ноября. Четверг идет по Австралии уровень занятости, но это как бы председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью. 11:00 поставьте себе заметочку. Последние выступления еврозоны были достаточно так кардинально отреагировали участники рынка, и было по валютным фьючерсам видно. Потом у нас идет четверг, 19 ноября, число первичных заявок на получение пособий по безработице. И пятница закроет неделю базовая кредитная ставка в КНР, то есть НБК. Пока 3,85, так как последние изменения процентных ставок были на одном и том же уровне по США, по Англии, возможно, и Китай ставит на той же отметке. Вот, это то, что нас ждет на следующей неделе. Заранее предупреждаю для тех, кто занимает выжидательную позицию и ждет очень подходящего момента для совершение более такой тактически важной торговой сделки. Вот как раз совсем скоро у нас будет такая серия отчетов по процентным ставкам центробанков. Именно, значит, Евроцентробанк 10 декабря, 16 декабря Федрезерв, 17 декабря Центробанк Англии. Потом в этот же день Швейцария и на следующий день Центробанк Российской Федерации. И Япония закрывает эту цепочку. То есть 10 ноября у нас ЕЦБ, 16, 17, 18, 3 дня подряд 5 центробанков отчитываются. Вот. Ну, а на следующей неделе у нас получается Центробанк Китая. Ну, это как раз вот эти даты, которые я только что назвал, это переход декабрьского контракта на мартовский, то есть осенний контракт на зимний. Соответственно, они как раз попадают на начало контракта, и это очень может хороший, ну, как бы дать драйвер роста. Вот. Напомню еще плюшки от S&P перед Черной пятницей, инъекция потребительская в экономику. И забыл сказать еще, на этой неделе был отчет по ВВП за квартал Российской Федерации. Предыдущий показатель был минус 8%, сейчас отчитались 3,6%, ожидали почти 5%. Вот, значит, ну, последнее время у нас до 2% это был как бы край, то есть вот на процент ВВП за квартал. Ну, два квартала последних были по 8% минус. Ну, в общем, уже минус 3, возможно, идем, как говорится, на поправку. Так, это по экономическим календарям практически все сказал. Еще немножко информации перед уровнями и сеткой. Обратите внимание на Finviz, непосредственно срез за месяц. Обратите внимание вот на какие компании. Ну, Google, само собой, Facebook, пока мы в сторону. А непосредственно финансовый сектор, банки. Практически вы видите все индустрии, да, сектора нейтральные, либо там чуть-чуть совсем. Есть те, которые ушли сильно, непосредственно вот по золоту компании сильно просели. И Netflix на 10% ушел, Amazon 7,5%, Intel на 16% ушел, это за месяц непосредственно. И обратите внимание,
ну, значит, Berkshire Hathaway и Bank of America плюс 13%, JP Morgan плюс 13%, Wells Fargo плюс почти там 2,5%, Citigroup тоже плюс 12%. Три банка в одинаковый процент прибыли. Абсолютно одинаковые. Почти 12% Google, прям чуть-чуть не дотянули. Вот если понаблюдать за компаниями там за один и тот же период, то можно заметить, что какие-то компании на 10% упали. Тут же какие-то компании могут быть даже в этом же секторе на плюс 10% выросли за один и тот же период. То есть, видимо, перекладываются с одной индустрии на другую. Я немножко посмотрел, для вас как раз подготовил, да, в принципе, и для себя. Не помешает. Также, смотрите, Alibaba на 12% ушел. Это Трамп явно мстит перед уходом. Также на 25% ушел SAP по Германии. И еще хотел показать вам, как сильно ушли по Gold. Это за месяц. Ну, на фоне планеты. Вот Barry Gold ушел на 8%. Потом Anglo Gold компания минус 15% ушли. Gold Fields. Да, вот Germany Gold Mining на 20 ушли вообще. То есть, ну вот, золотодобывающие компании ушли все очень сильно в минус за, ну, относительно месяца. Так, это касаемо компании сказал. Потом за 3 месяца вот срез еще. То есть фондовый рынок США выглядит вот примерно так. Обратите внимание на Oil and Gas. Достаточно за квартал сильно просели, вот в целом как сектор. Но по если посмотреть по непосредственно где там, по группам, то есть вот какие сектора за определенный период прибавили, либо, ну, в общем картина, то есть не конкретно по каким-то отдельным компаниям. Значит, смотрите, у нас за последние 3 месяца даже за 3 месяца. Вот. Не ошибся? Нет. Значит, за последний месяц. Давайте сначала за месяц, потом за 3 месяца. Energy, финансовый сектор. И вот хуже всего технологии. Я сейчас покажу, почему. И basic, ну, базовый этот. Металлы разные. И непосредственно... Это за год. Energy минус 40%, потом у нас минус 6%. И обратите внимание, за 3 месяца минус 8% Energy. Это вот как раз Chevron, Comco. И Energy за 1 месяц уже плюс 9%. То есть, если посмотреть внимательно на такой... Я буквально несколько обзоров тому назад показывал вам инсайдер раздел, где вы можете видеть, какие сделки проходят вот непосредственно от владельцев, от разных компаний, какие сделки они совершают, продают акции, покупают и в каком объеме. То есть вот здесь я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, сколько сейлов идет. То есть вот транзакция buy, ну правда здесь почти полярда, sell, один buy. Причем покупают, я вот проштудировал, покупают биотехнологии и одну компанию там софтверную, там Goldman Sachs, Goldman Sachs покупает одну софтверную компанию, и все следом пошли ее тоже покупать. Значит, биотехнологии — это из тех, ну, компаний, которые вот в последнее время сейчас покупают, это потом Communication Equipment, потом где еще были... Видите, sell, даже трудно найти какие-то покупки. Очень. Вот, допустим, последнее, да. По... Это у нас металл, потом рестораны. Сейчас я вернусь вот непосредственно. Тоже биотехнологии еще раз. Потом эту компанию я не знаю. Вот, Goldman Sachs покупает Sprout. Не знаком с этим софтом. Также другая компания тоже тарится непосредственно этим, ну, этой акцией. И такие вот. Еще хотел биотехнологии показать, но пока не попадаются. Вот, собственно, тоже BioSig, медицина.
Chemicals, банки тоже покупают. Ну, в основном обратите внимание на то, вот топ-10, ну, за week, да, это за неделю непосредственно. Шорты, особенно вот эти шорты. А вот. Биотехнологии покупают. Shell, компания тоже Shell. Биотехнологии и биотех... большинство вот покупок, которые вы здесь найдете, это будут биотехнологии. Ну и нефтяные, Chemical and Oil Company. То есть вот компания, которая занимается добычей, реализацией. И, собственно, почему так? Вроде бы сектор достаточно сильно просел, но если посмотреть по группы разбить на вот индустрии, а именно какие вот более детальные, то не по секторам, а именно вот более как бы углубиться в вопрос, какие именно компании вот за последний месяц. Алюминиум, потом гостиницы, и ну вот все вот эти hotel, motel, компания travel service. Вроде бы пандемия, как раз не время покупать, но вот как сказал один великий богатый человек, акции нужно покупать, когда на улицах льется кровь. Travel service, аэропорты, потом resort, казино. И вот пока вот пандемия, они тихонечко скупают полностью индустрию все развлечений, airlines и так далее. То есть, причем это я наблюдаю уже где-то второй квартал. Вот именно вот в топах фигурируют, также еще были вот oil and gas и retail. Казино я сказал. Ну, в общем, вот такая вот информация для размышления. Пока мы тут с пандемией сражаемся, они потихонечку всю индустрию практически эту скупают, вот туристическую. За 3 месяца Solar, само собой, опять же, гостиницы, airlines, потом, ну, в целом, уже более resort, казино, буквально там на 12 месте или на 13. Вот, и за последний вот период, это был за последнюю неделю, вот последний день, oil gas, и опять же второе место, гостиницы, мотели, retail, потом department, resort, казино и oil and gas, и так далее, и так далее. Вроде бы, да, пока тут все по фундаментальному значению вроде как эти компании не стоит покупать, а вот именно перформанс сейчас просто вот в этих индустриях самый топовый. Скорее всего, их очень не, ну, покупают явно. То есть, пока мы тут будем искать, куда вложить, они уже потихонечку скупят целую как бы индустрию. Так, вроде бы по стакам все. Да, закрываем вопрос. Сель. Сель. Начнем с нее. Это вот непосредственно сейчас перед вами индекс РТС относительно BR. Покупки с 19, вот после 19:00 на индексе РТС практически все, если посмотрю, 5-минутки, да, вот идут практически все на байерах. Вот, ну, скорее всего, фиксируются перед уикендом. И обратите внимание, как пошла раскрыляция в нефти и индекс РТС. Там как раз Роснефть с какими-то потерями, убытками сейчас фигурирует в новостях. Зачастую как бы Итак, нефть. На прошлом обзоре сценарий по продолжению покупки отработан отлично, причем, значит, по контракту декабрьскому уходим в историю, и, соответственно, мы сейчас здесь расставим сетку. Я обозначил важные ключевые уровни, которые были за последние вот эти 2-3 недели. Также обратите внимание, вот с точки зрения объемного анализа, именно так выглядит сетка уровней внутри равноудаленного восходящего канала. То есть идет массивность, расширение, ступень,
Следующая ступень, следующая. И так пока не будет пробита опорная точка. То есть в данном случае у нас идет 40.27. Ну, в целом сейчас последний объемный уровень. Это 40.5-41 с копейками. И по ликвидности тоже. В 3 дня идет одинаковая ликвидность с 10 по 12 число. Ну и пятница уже как бы финишная точка. Прощаются с декабрьским контрактом. По ликвидности был очень ударный непосредственно понедельник. 424 тонны за этот контракт. Это первое в рейтинге по оборотам. И, соответственно, ударная часть. И потом 3 дня вот такой вот... Точно так же, как здесь. Выстреливают в один день, потом висят... Вот на S&P такой период, я помню, был 2 контракта подряд. Просто вот одна сессия, и потом 3 дня стоят. Пятница, может быть, там чуть-чуть корректируется. Одна сессия, ну, может, еще волатильность обратно. Все, то есть какой-то постоянной и стабильной динамики однонаправленной было очень трудно поймать. Сейчас как раз вот очень много событий. Все по ценам на нефть в ожидании там, январских результатов, решений по ОПЕК. Плюс там усложнения по пандемии, опять же. Ну, я думаю, что... Пока вот идет смена престола, в каких-то существенных трендов в целом не должно быть. Ну, пока показатели, я еще надеюсь, что будет S&P стабильно держаться до черной пятницы. Там уже будет новый контракт с чистого листа. Будем уже рассматривать сценарии на зиму. Так, по вот этому контракту декабрьскому так и остается еще уровень, вот непосредственно пятница у нас получается штука 195 еще на покупателя, но это скорее всего фиксы вот этой среды. Здесь очень плотный коридор на шорт, ну, селлер 42 по 42.65. Учитывая тот факт, что неплохо недельку, а то и полторы прошли с 34 на 42, я думаю, там правильно было бы зафиксироваться. И тут, соответственно, открытый интерес просто ушел на нет. Завершение контракта. Давайте сразу перейдем на январский, чтобы не тратить время. Итак, динамика, особенно по этой неделе. Прирост, прирост, прирост. Кроме 13-го. Пятница 13-я, кстати. Вот. Надеюсь, вы очень важные сделки сегодня не совершали и больше были в кэше. Отмечу уровни, которые уже на новом контракте 12 числа ставили. Это 42-42-25. Можно смело брать коридор сопротивления. 4 дня из 5 был прирост и пятница без особых изменений. То есть явно часть зафиксировали, поэтому не критично. То есть нельзя сказать, что это были фиксы. Как раз 3 дня был рост и четверг немножко откорректировался. Ну и пятница, видите, особо без динамики, то есть перед уикендом. Площадка 38, даже не 38, сори, 37,5 по 38,3. Пока вот уровень не супер объемный, то есть более ликвидный уровень сейчас как раз по текущей неделе. Тут ядро 41,5 по 41. Вот этот диапазон, ядро сейчас текущее на январском контракте. А прошлая неделя, которая так не супер по притоку позиций и, судя по всему, по ликвидности. По сравнению с ликвидностью, декабрьский контракт еще более ликвиднее пока, чем январьский. Но я думаю, на следующей неделе этот вопрос будет быстро решен. На всякий случай возьмите вот этот коридор 37,5-38,3. В качестве уровня поддержки здесь по именно январьскому контракту, по данным, и есть, ну, обнаружены точечные крупные сделки. Особенно хочу, чтобы вы обратили внимание на то, где они появляются. Вот. Относительно коридора дневной сессии. На самых пиках, то есть на самых хаях. Потолок, покупки, покупки прямо на потолке. То же самое вы видите в четверг. Шорт был, кстати, в среду. Возможно, это и вышли, но в целом покупки также были в понедельник по самым хаям. Так. Ну, текущая неделя еще более-менее по дельте. Да, забыл сказать. Значит, четверг у нас 12 число. 3 тонны для нового контракта. Процентный перевес достаточно неплохой. 4%. Сегодня 4,9 на покупку.
То есть, ну, неплохо на самом деле. Из всех дней это вот четверг-пятница самые такие с сильным дисбалансом. Ну, открытый интерес непосредственно я вам уже говорил. Давайте склеечку посмотрим, чтобы уже расставить все точки над «и». Итак, еще с прошлого контракта мы пока не отпускаем уровень 42.20. Да, 42.20. 42.15 давайте даже оставим. То есть комбинируем прошлые контракты с текущим новым. По 42.5 смело. Вот этот диапазон как раз вот среды на самом пике, ну, точно стоит взять и не помешает однозначно. Потом, вот эти байеры, которые были по 39 на макушках, я бы тоже этот уровень взял. Здесь тем более итогово достаточно неплохо проработан массив на бай. Вот это трехблочная на покупку, подтверждающая на прошлой неделе. Вот этот уровень как раз сформировал такую площадочку. Ну, в целом здесь можно даже объединить с 39 по 37,5 смело. Можно даже по 37,15, но вот по 37,5 точно. Коридор не number one, потому что это уже уровни с прошлого контракта. Но в целом здесь могут еще раз сразиться покупатели и продавцы. Все ближе мы подходим к холодному сезону. Потенциально, если квоты на добычу не отпустят, ну, или наоборот жестче поставят рамки по добыче, спрос может увеличиться. Ну и уже начали появляться разные отчеты компаний, которые следят за трассами Европы. То есть они отчитываются, сколько автомобилепоток идет. Вроде бы намеки идут, что он падает, этот автомобилепоток. Но я уверен, что вот непосредственно, когда им надо, чтобы все поверили, что нефть никому не нужна, сразу никто никуда почему-то не едет. Ну, перед праздниками, я думаю, что в своем личном авто передвигаться там, допустим, к родственникам вполне, ну, так прям, особенно если кто-то домой едет, это святое, как говорится. Так, по CL вроде бы вопросы все. Третью неделю подряд покупка я как бы под сомнением. Лучше всего на следующей неделе по нефти дождаться размещения первых объемов. 2-3 дня, это до среды точно стоит подождать, пока они разместят уже хорошую площадку. В четверг-пятница будет понятно, какие действия со стороны крупного участника. То есть я бы не спешил. Если у вас позиция открыта и открыта уже на новом контракте, сеточка есть, соответственно, пока пятница особо не показала себя очень настойчивой, то есть они просто упали на дно четверга. Ну и там как раз вот в понедельник, вторник были на хорошей динамике со стороны байера, еще могут удержать. В целом могут просесть до 39, и это будет даже нормально, то есть без особой критичной волатильности. Вот. Также можно посмотреть вот на том листе инсайдер, там попадаются oil and gas компании, то есть и как раз вот прирост по этому сектору компании очень за последний месяц увеличился. Вот именно динамика. Я думаю, что пока все разбираются с пандемией, кое-кто вот как раз туристический бизнес полностью откупает, возможно, Трамп. И упало очень сильно вот по золоту, серебру компании добывающие. Соответственно, начали опять из золота доставать кэш и в фондовый рынок вкладывать. То есть, возможно, инвесторы смотрят позитивно на то, что Байдена выбрали, и такого прям сильного сброса пакетов перед сменой власти, возможно, и не будет. Посмотрим. То есть, в принципе, тут способствует еще и вот эта Черная пятница. Хотя Трампу тоже невыгодно, у него, он же бизнесмен, понимает, что если он сейчас резко скинет свои все там инвестиции, там это, соответственно, просядет его и остальную часть портфеля. Ну, в общем, ему тоже невыгодно все это, как бы, жечь мосты, как бы так сказать. Вот. Двигаемся дальше. Евро. Евро в коридоре 1.17-1.19, прям как заколдованы. То есть, в принципе, понятно, перед выборами в целом уже
потихонечку стабилизируется динамика, хотя бы на, ну, глядя на прошлую неделю, уже дали хотя бы намек. И коррекция на этой неделе была немножко со стороны селлеров, ну, понятно и ожидаемо. То есть, в принципе, 189-187 касаемо вот этих уровней поддержки на понедельник подтвердили, прокатились там до вторника. И все. Здесь больше вот как раз остановились на массиве еще 28 октября. Вот идет второй блок на покупку. И, соответственно, 177 у нас получается, 178 по 175 это поддержка. Пока вот коррекция замедлилась и даже немножко отработали. Но по открытому интересу, сейчас вам покажу, приток позиций был в основном на, ну, пришелся на вторник, вот эту сессию. Здесь по ликвидности тоже падает оборот. Вот 9-10 еще по 140, 130 вот в рамках нормы. Ну, вот самый пик был на 9 число. По дельте больше внимания уделите понедельнику и вторнику. Здесь все тип-топ, динамика на шорт и, соответственно, дельта, ну, идентична. И такая неплохая дельта сразу резко и очень концентрирована в среду, 4,5. Вот уровень сопротивления, пока пятница вот чуть-чуть уже и закрепится выше, но на всякий случай 184-ю поставьте алерт, должны пробить к выносу. Если вы купили в среду или в четверг и держите покупку, то у вас получается 184-я, потом идет весь коридор. Ну вот так плотно, если брать, это 187-я сопротивление по 189. Вот этот уровень, если вы держите покупку по паре евро-доллар, то вот здесь могут быть проблемки. Вот. А так в целом. Ну и 184 забыл. Вот 183 еще баталия идет. Ну вот алерт можно на 184 поставить, если пробьют, уже будет полегче. В целом, если понедельник, вторник не смогут 184 пройти, соответственно, с покупочками стоит повременить. Возможно, они еще зависнут в коридоре. Ну и уровни поддержки все те же, 17-10, потом идет уже так, укрепляется хорошенько 174 по 177, вот коридор, который у нас ближе к ядру, то есть ядро по еврику, оно в принципе на покупках пока не пробили, соответственно, еще есть шансы удержать динамику. По входу в рынок крупных игроков, то есть ажиотажа пока нет, все и в принципе крупных участников тоже можно понять, особо никто пока не вкидывает валютные валюту, тут золото в акции, видимо, сейчас идут с целыми индустриями покупать не до валютного рынка сейчас, то есть именно на динамике цен валют. Видите, нету притока кэша. Ждут, видимо, еще каких-то подтверждающих факторов, не знаю, информации. Возможно, инаугурации, но это через 100 дней. Это очень далеко. Двигаемся дальше. BTC тоже. Кстати, я прочел все комментарии к прошлому обзору. Очень приятно за теплые слова. Особенно приятно, когда есть обратная связь, и ты понимаешь, что не сам с собой разговариваешь, люди смотрят обзоры, да, аналитику все больше и больше, и она полезна. Вот, очень приятно, все комментарии прочитал. Вот, поэтому сегодня даже мы BR захватим отдельно, посмотрим, и ЖД по золоту. Чуть-чуть мы затянем по времени. Итак, по BTC. Значит, 16 тонн пришли, и по оборотам вот 12 тысяч контрактов, обратите внимание, 9 числа, и потом ушли на 5-6 оборот, вот идем как бы на тихом ходу. То есть, в принципе, 9 тонн был 10 рекордный в этом контракте, 9 был рекорд, 12 тысяч контрактов по открытому интересу. Сейчас особо притока нет, они просто висят при своих, как говорится, эти без особых сбросов, но и не вкидывают, ждут. Это выжидательная позиция, вполне можно понять. Но здесь вот фигурируют 390 контрактов, 350, один и тот же участник, ну, де-факто по дням даже видно, 350, 350, 345. Здесь 5 ноября на агрессор на шорт был, и вот 11-11 395 контрактов на покупку. Я бы
прислушался и на всякий случай протестировал именно вот эту ликвидность. Тут 36 и 72. Ну, 100 контрактов точно купили. 15620 уровень по 640. И обратите внимание на 12 число. Все лои откупленные вот дальше удержали и толкнули выше. КПД, что 11, что 12 числа неплохое. Ну вот пятница немножко подкачала, но она как бы особо и даже не тестировала ни максимум, ни минимум четверга. В целом пока поддержку не пробили. То есть если удержат, есть шансы, что золото вынимают и сейчас даже в биткоины могут бросить. Значит, итогово у нас получается уровень уже недельку как минимум контролируют 15,5, 15,620 и подбрасывают потихонечку по лоям. Даже вот нам на хаях четверга, обратите внимание, тоже есть дисбалансы на покупку. Ну вот по поддержке 480-620, это по BTC. Опять же, пока неделя была при своих, они не сбрасывали, не вкидывали, ждут. Это вполне, ну, прогнозируемая ситуация. Золото. Вот по золоту, вот это как раз подтверждение, почему много шортов и как бы процентной акции упали достаточно сильно за последний месяц. Идет снижение, ну, тактически, в принципе, если все тип-топ, золото опять перекладывается в фондовый, и это как раз еще плюс контракт на золото. Фиксы идут декабрьского. Давайте сразу посмотрим на новом контракте. Но в любом случае, вот этот весь резкий обвал до 18.60, пока уровень 18.60, 18.70, 80, 18, даже не 80, а 72. Уровень поддержки, который сформировали в конце сентября, пока еще выдержал давление. По ликвидности, наверное, рекордный был 396, да, рекордный по оборотам понедельник, а потом просто уже ушли на нет. То есть давайте посмотрим следующий контракт. По оборотам там сейчас идет по 5000 контрактов, немного, но прирост позиций увеличивается с каждым днем. И по дисбалансу здесь из 5 сессий 4 на шорт. То есть вот эта пятница, скорее всего, просто фиксы стопорей всех, кто 3 дня шортил на новом контракте. В общем, пока еще не, это не точная локация, то есть, ну, ликвидность больше еще на старом контракте, но там фиксируется на этом уровне, ну, пока не особо будут полезны. То есть, по золоту, опять же, если вы еще без позиции, я рекомендую на следующей неделе дождаться, когда перейдут на новый контракт, и уже отталкиваться от уровня нового контракта. То есть, дня 3 точно подождать, особо не панковать, не спешить. То есть, с золотом сейчас нужно аккуратно, то есть, я вам показал, что фондовый рынок, именно компания, которая добывает золото, просто рухнул. Там на 10-15 и некоторые по 20% просадка за последний месяц. Ну и, соответственно, не просто так. То есть это дыма без огня не бывает. Вот, поэтому вполне может еще просесть котировочка на троицкую унцию. Будьте осторожны. То есть вот на следующей неделе уже будем сформировать сетку по золоту. По S&P динамика прошлой недели была очень захватывающей, отличной, прям вот предновогодней. Мне такое нравится. Хотя бы 3 дня из 5 однонаправленных уже неплохо. То есть и по прошлой неделе, хочу показать просто сейчас более точно. Забыли, так. Значит, 7900, 9 миллионов оборот. И по текущей неделе у нас получается 5600 и 10 тысяч на шорт. То есть уже дельта прошлой недели где-то на 1200 перевес на продажу идет. Ну и понедельник непосредственно с ажиотажем. Как минимум нужно обратить внимание на то, что закрепились в принципе на 35 2 нуля и выше, как бы прошли максимум. И вот 3 дня, собственно, даже не 3, а 4 дня, хоть и в боковом движении, но пока еще идет оценка ситуации. По крайней мере, байеры не уронили индекс, и это, в принципе, еще есть шансы на продолжение вот этой динамики. То, что должны сбросить стопори у байеров, это вполне, ну, желательно не ниже 30.
4.2.0, то есть вот это будет прям такая там полнедели затяжная коррекция под какой-то негатив. Ну, 3.600 здесь понедельник, вот мы увидели, где были стопори, вернее, где зашортили. Вот 36.15, 36.3595 по 36.15 локация. Ну и 4 дня просто флэт, из 5 сессий 4 на продажу. Открытый интерес по S&P резко начал увеличиваться, обратите внимание. То есть вот перед выборами и после выборов. По ликвидности был пик 9, чуть-чуть спали 10 и непосредственно вот такая пятница, обратите внимание. Ну, по дельте я вам уже показывал, что там пока все на шортах. Шорты не шорты, но котировка не падает. То есть вот 11 числа 6000 контрактов дельта как была. Это непосредственно среда. Четверг десятка зашла прям отлично вот на шорт. Но вот пятница с такой нейтральной дельтой идет к потолку. Ну, если четверг и вот этот уровень 35-75 не пройдут, вот этот диапазон, то в целом как бы с покупками точно нужно быть аккуратнее. И в то же время стоят на максимуме, не падают, плюс черная пятница, в общем, будьте осторожны. То, что они покупку могут дать, это большая вероятность, но вот после какого рокировка будет или нет, то есть могут коррекцию сделать до 34.75, а могут даже и до 34.20, даже до 34, а потом пойдет постоянный рост. Но в целом тут до черной пятницы не так долго осталось. Я думаю, что если не пустят ниже 35.00, это уже будет хороший показатель. То есть вот коррекция, я вот сценарий 35 не ниже, вот 34.91 край. То есть если даже тут не дадут продаж, начнут опять тариться на покупку, в целом сценарий еще на покупку сохраняется. Но пока идем в рамках сценария. Так, напоследок рубль и Brent обещал. По рублю надо будет как-то аккуратнее, видимо, прогнозы делать. Как только акцентирую внимание, что опять появились шорты, вот такая вот, ну, в принципе, здесь и по еврику тоже такая. После итоговых результатов выборов, ну, это трудно назвать особо ажиотажным ростом. 3 дня просто никудышнее. И не падают, и не особо не растут. Ну, по крайней мере, вот этот коридор сопротивления попросту даже не осилили. 79-я, 78-я стоит пока еще блокпостом, оставляем. И 80-79-500 тоже второй уровень сопротивления. Хоть он и зеленым отображается, но вот эти два уровня берем, они еще работают, они еще на, как говорится, покажут нам еще, как оно. Вот у нас итоговый за контракт 78.350, получается уже приличная дельта, ну, суммарно 78.500, 78.600, так, и так далее. Ну, плюс вот этот уровень 80-79. Обратите внимание, что по ликвидности у нас, опять же, 9 числа был пик, потом вторник и четверг, в принципе, были более-менее на одном уровне. Но по открытому интересу, я вам сейчас покажу, по открытому интересу, обратите внимание, подгрузился. То есть четверг, пятница были достаточно интересные эти цены на фьючерсный контракт, и дельта на эти дни была вот такая. То есть из 5 сессий у нас получается дисбаланс на стороне продавца очень сильный был в понедельник, и после 2 дней покупок, таких не критичных, не аномальных, 125, то есть идентичная вот компенсирующая дельта, то есть среда и четверг одинаковые по дельте. Скорее всего, они просто зашли-вышли. Пока 57 тонн. Возможно, фиксируют шорты, которые были еще с 80-й запущены. Но, опять же, уровни я установил для сопротивления. Берите их на заметку. То есть вот 3 числа, 4, 5, вот сессия 3, 5 и
поддержке, кстати, по поддержке. У нас получается 10-11 общий коридор, получается 76-700 по 77-200 поддержка. Это непосредственно 11-10 числа саппорт. На закуску спот. На споте вот неделька прошла более-менее вот, тихо, спокойно. То есть вот 9 числа еще был дисбаланс, кстати. После вот трехдневного такого с 80 на 77-ю понедельник продолжим с шортами в 250 тонн. И потом 4 дня достаточно лайтовая дельта на бай. И по ликвидности, что очень важно, 5, 3, 8, минимум это вот был в пятницу. 2 миллиона оборот. А так 3 стабильно, вот 3 дня выше 3 и 1 даже 5,4. То есть в целом как бы тоже уровень сопротивления четко обозначен. 77,50 копеек по 78, пока не осилили байеры, вполне есть шансы, что удержит не выше 78 и может быть там прокатимся до 75. Ну, пока как минимум есть куда двигаться. Обратите внимание, обороты с каждой недели все больше. Вот. Ну и волатильность, соответственно, будьте осторожны. И на закуску напоследок мы сейчас, как обещал, BR. Значит, в целом, если в CL вы анализируете, то BR там не особо далеко в дискорреляции. Сейчас подгрузится информация. С 14 сентября. Итак, по открытому интересу. Значит, декабрьские потихонечку уже выходят. Сейчас отдельно декабрьский был, склейка подгружена. Итак, подгрузились данные. По оборотам получается 9 число у нас был пик. 4,4. По ликвидности 2,5-2,3 миллиона. Это будет как раз вот около нормы. Если по оборотам смотреть. И вот такая дельта пошла. То есть старт ноября был отличный. То есть динамику... Как бы ритм был установлен, и последняя дельта на бай более-менее приличная была 10 числа. 4 сессии, идут шорты, и пятница, ну, как бы нулевая дельта. Возьмите это на заметку. По открытому интересу тоже переменная активность, то откроют, то закроют, то есть в целом без изменений. Не вкидывают сейчас фьюч, я думаю, что ОПЕК ждут, или же каких-то смещений вообще по вопросу нефти, цены на нефть, на баррель нефти, и стратегически там на неделю на две в цену, ну, забрасывать, ну, открывать позицию по нефти, пока подвешенное состояние. Опять же, это вполне прогнозируемое, с большое количество событий одновременно в одну-две недели вкладываются. Это одно историческое, другое решающее. Поэтому на следующей неделе, вот как и с золотом, будут все вопросы, я думаю, потихонечку уже все точки будут над «и» расставлены. То есть по дельте, опять же, у нас получается очень сильно прошлись по 44-50. Вот коридоры итогового. Особенно вот вчера 43-75 по 43-85 и 44-60 вплоть до 44-95. Это после, даже не 95 ошибочка, 75. Вот 15 копеек, вот этот коридор. 44.60 по 44.75, это непосредственно 11 числа, да, пиковая дельта была 60 тонн, вот, и, собственно, помимо этого, все равно есть точечные сделки байеров, то есть, особенно в четверг, вот, просмотрите, на лоях достаточно активно работали, и активность была высокая, вот, 9 числа на хаях, этот уровень пока вторник не осилил, ну и пятница пока не пробила. Поэтому на всякий случай возьмите на заметочку 42.40, 42.80. Такой прям весь коридор
прошлись, вторник ну, как бы догрузили, опять же, в этом коридоре, вот. И WP у нас, получается, идет на 41. То есть коррекция до 41 допустима, если не пустят ниже вот этого уровня, 42.40 или 42.80. Это будет хорошим таким признаком продолжения активности байеров. И давайте посмотрим еще вот на какой показатель. Ну, процентный дисбаланс 2.4, 1.7, четверг, среда пока лидирует. То есть в целом процентный перевес у продавцов, ну, четверг, среда выше. С вами был Миша Лемах. Вам хорошего уикенда, хороших выходных. Берегите себя, будьте осторожны в плане сделок на следующей неделе, так как очень много информации поступает, и участники рынка, ну, у кого огромный кэш, они просто скупают акции, пока на улицах льется кровь, пока все не могут понять, что именно хватать и где спекулировать. Вот, поэтому рынок может еще немножко штормить. Но в целом, если у вас открыты покупки, еще на S&P вполне могут сохраниться. Остальные инструменты я для вас проанализировал. Вопросы пишите в комментариях до следующего обзора. С вами был Миша Лемах. До свидания. Пока.